Это случилось в 1951 году в небольшом тогда дачном поселке ученых и работников искусств Никольная гора. После отказа работать под началом у Берии над атомной бомбой, Петлинич Капица, изгнанный отовсюду, жил, как сказали бы сегодня, под домашним арестом. Работал, конечно, но общаться ни с кем права не имел. В 1951 году был очень любопытный эпизод, когда вдруг на дачу приехал перепуганный комендант местных госдач и сказал: «Петр Леонидович вас просит позвонить по такому-то телефону вертушки, правительственной связи». Отец сказал, что у меня больше нет на даче вертушки. Но он говорит: «Позвоните по моему аппарату». Он поехал в контору этого местного бюрократа, позвонил оттуда, и на этот телефон прямо непосредственно ответил Маленков, который был тогда первым человеком после Сталина. Сказал: «Товарищ Капица, почему вы перестали писать письма товарищу Сталину?» Вот такой был сигнал. Он действительно писал Сталину о науке и обществе, о высшем образовании, об инновациях в промышленности. Писал сердитые письма в защиту репрессированных ученых, и не только Сталину, но Берии, Молотову. Писал замечательные письма своим друзьям, Семенову, Резерфорду, Бору и, конечно, матушке и жене. Буквально тысячи писем. И это какая-то особая часть жизни. Это особое наследие, которое, быть может, говорит о личности даже больше, чем все его научные подвиги. Из письма Резерфорду, 1935 год. «Жизнь – непостижимая штука. Я думаю, что люди никогда не смогут разобраться в человеческой судьбе, особенно такой сложной, как моя. Она представляет собой такую запутанную комбинацию всякого рода явлений, что лучше не задаваться вопросом о ее логической согласованности. В конечном счете, мы все лишь крошечные частицы, плывущие в потоке, который мы зовем судьбой». Судьба не была особенно благосклонна к нему. 4 раза наносила она ему сокрушительные удары. 4 раза он начинал жить заново. Такое выдержит не каждый. Первая трагедия разыгралась в конце 19-го, в начале 20-го года. Сначала эпидемия испанки унесла жизнь отца, крупного военного строителя из Кронштадта. Спустя несколько дней умер маленький сын Нинка. Потом умерла моя жена Надя, умерла дочь моя Надежда. Все кончено, да будет воля твоя. Эти строки – запись, сделанная Капицей в Библии в те страшные дни Рождества 20-го. Он тоже болел и выжил. Но по-настоящему спас его учитель Абрам Федорович Йоффе, директор Питерского физико-технического института, где Капица делал свои первые шаги в науке. Чтобы вырвать Петра из жуткой депрессии, он включил его в состав комиссии Российской академии наук, направлявшейся в страны Западной Европы для восстановления научных связей, прерванных войной и революцией. В Англии Йоффе привел Капицу к Резерфорду в Кембридж и оставил там ненадолго, как оказалось, на целых 13 лет. Так началась вторая жизнь. Резерфорда он завоевал сразу же и навсегда. За 2 недели сдал практикум, на который были отпущены обычно 2 года. Через 4 месяца у него была отдельная рабочая комната, небывалая вещь для маленькой лаборатории Резерфорда. А через год у Капицы уже было 3 помощника.
С января 25-го он заместитель Резерфорда. А с 29-го года действительный член Лондонского королевского общества, Британской академии наук, впервые не англичанин. О, если бы он стал англичанином, натурализовался, это открыло бы перед ним такие возможности, какие англичанам и не снились. Из письма любимому другу Николаю Семенову 14 января 28 года. Ты видишь, я до сих пор не натурализовался, и только потому, что определенно чувствую, что вернусь обратно. И мне хочется, чтобы ты и тебе подобные поняли это раз навсегда. Что пока я русский ученый, несмотря на все неудобства с этим связанные, и мне хотелось, чтобы вы дали мне почувствовать, что вы, черти проклятые, цените это. Ровно через месяц после отправки этого письма у Петра Капицы родился сын. Назвали его Сергей, хотя в доме долгое время называли Питер. Новая семья Капицы, новая счастливая семейная жизнь образовалась при непосредственном участии друга Кольки Семенова. Именно он познакомил в Париже Петра Капицу с Анной Крыловой, студенткой, увлеченной археологией, начинающей художницей, дочерью замечательного математика-академика Алексея Николаевича Крылова. Через 2 года у Капиц родился второй сын Андрей. Петр Леонидович обзавелся собственным домом, построенным пусть и на окраине Кембриджа, зато по своему проекту, не похожим на английские традиционные дома. А отец решил дом вывернуть как бы наизнанку. Обычно английский дом строился по стандартной схеме, что парадные помещения, гостиные, там, спальни, и все парадные помещения. Они смотрят на главный фасад, выходящий на дорогу, а все служебные помещения обращены в обратную сторону. Он обратил эту схему. Это было первое. Второе, он сделал двойные рамы и центральное отопление. Это был чуть ли не первый дом с центральным отоплением в Кембридже. В результате сейчас этот дом объявлен как некая архитектурная достопримечательность. Это было необыкновенно счастливое время. Вы только посмотрите на это сияющее лицо, на детишек, на друзей. Это будущие академики Семенов и Френкель играет чехарду на Капицыном дворе. Бог ты мой, и это только одна сторона счастья. Другая, для Петра особенно важная, связана с необыкновенными успехами в науке, в работе с сильными магнитными полями и строительством новой лаборатории, на которой специально для него Резерфорд добыл средства из одного ему доступного источника. Открытие лаборатории 3 февраля 1933 года стало событием государственного значения с участием бывшего премьер-министра Англии, а тогда канцлера университета Стэнли Болдуина и множества великих лиц. Целый год после этого директор новой лаборатории Капица сотрясал Кембридж мощнейшими разрядами на своих уникальных новых машинах. Мог ли он думать, что этот год последний, что судьба готовит ему новую драму? Когда летом 1934-го Петр и Анна Капицы приехали в Советский Союз повидать матушку и друзей, обратно в Англию их не пустили. Каганович тогда сказал Сталину: «Мы думаем, что такому положению, когда наш гражданин снабжает чужую страну изобретениями, имеющими военное значение, надо положить конец». Едва ли не все ведущие физики мира кинулись на защиту Петра Капицы.
письма, статьи в самых авторитетных газетах и журналах. Резерфорд писал: «С точки зрения мировой науки в целом, будет большим несчастьем, если из-за недостатка отзывчивости или понимания возникнут условия, в которых Капица не сможет дать миру того, на что он способен. Будет трагедией, если эти задатки не будут реализованы из-за чьей-то неспособности понять психологическую ситуацию». В конце концов, мнение ученых мира возымело действие, но совсем не такое, как все ожидали. Сталин распорядился построить для Капицы институт, причем в роскошном месте на Воробьевых горах. Мало того, он велел выкупить в Англии лабораторию Капицы. Это оказалось непросто, но в решающий момент помог Резерфорд. «Эти машины не могут работать без Капицы, а Капица не может работать без них». Сейчас у нас уезжают ученые на Запад, и это считается как бы нормальным, хотя это чудовищно обедняет нашу российскую науку. А Сталин тогда вернул и сказал, что создать Капице лучшие условия, чем у него были там. И дом, который был построен в Москве, институт был лучше того дома и института, который был в Кембридже, как ни странно. Так что это был институт, построили за год или за два. Сейчас ни одного института Академия не построила нового. И оборудовала его по самому высокому уровню. Ну, это тема для другого разговора. А тогда Капица быстро понял, что ждать от Академии какой-то помощи, поддержки бесполезно. Всем командует верховная государственная партийная власть. И он стал писать Сталину, Берии, Межлавку, Молотову, требуя одного: если уж вы меня оставили работать, так будьте добры, создайте мне условия, чтобы работа была плодотворной. Мне все больше и больше кажется, что я совсем здесь одинок, и не будет удивительным, если меня растерзают и заклюют. Но я все же не могу изменить свою позицию. Оказывается, меня не так-то легко запугать. Чего все это стоило Капице, быть может, лучше других видела и чувствовала Анна Алексеевна. Вот что писала она Резерфорду: «Лучше, чем кто-либо, вы знаете, какой Капица прямой и откровенный. А когда он говорит, он никогда не задумывается о возможных последствиях. Он прямо идет к своей цели. Положение его в Англии было очень трудным, и он очень хорошо знал, что без вашей веры в него он не добился бы и десятой доли того, чего он достиг. Я абсолютно убеждена, что я обязана вам жизнью Капицы. Не будь его любви к вам и чувство благодарности к вам, не будь вашей бесценной помощи на протяжении всего этого года, его бы не было в живых». Отъезд Капицы стал драмой и для Резерфорда. Причем настолько тяжелой, что он буквально не выдержал разлуки. И очень скоро его не стало. Все физики мира слали Капице сочувственные письма и телеграммы любимому ученику и ученому наследнику. Из письма Анне Алексеевне 4 декабря 1934 года. «Иван Петрович Павлов в разговоре со мной сказал: „Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю, что думаю. А вот я умру, вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей Родины. А теперь эту Родину я как-то особенно полюбил, когда она в этом тяжелом положении». В 1935 году Капица стал директором Института физических проблем. Вернулась из Англии жена с детьми, началась новая глава жизни – началась кислородная эпопея. Почему физик Капица вдруг взялся за инженерную задачу? Ничего случайного. Низкие температуры давно были близкой ему областью, не только в научном, но и инженерном плане. И то, что кислород все больше нужен многим отраслям, буквально как воздух, было ему хорошо известно. Но была и другая причина.
На сессии Академии наук в марте 1936 года прозвучала критика слабого участия физиков в развитии промышленности. Вот тогда он и сказал свою знаменитую фразу: «Я вам покажу, что может сделать настоящий физик». И показал вскоре свой турбодетантер, освежитель кислорода, воздуха, с феноменальным КПД, близким к единице. Он нашел простое и единственно возможное решение для получения такого нужного всем кислорода. В то же время Капица продолжал изучать свойства жидкого гелия, которым начал заниматься еще в Англии. Ему удалось обнаружить необычайное уменьшение вязкости жидкого гелия при охлаждении до температуры, близкой к абсолютному нулю. Новое открытие Капица назвал сверхтекучестью. Для объяснения этого явления нужен был хороший физик-теоретик. После долгих вариаций он остановил свой выбор на харьковском теоретике Льве Ландау, пригласил его к себе в Москву, но вскоре Ландау был арестован. Из письма Сталину 28 апреля 1938 года. Товарищ Сталин, сегодня утром арестовали научного сотрудника института Ландау. Несмотря на свои 29 лет, он самый крупный физик-теоретик у нас в Союзе. Нет сомнения, что утрата Ландау как ученого для нашего института, как и для советской, так и для мировой науки, не пройдет незаметно и будет сильно чувствоваться. Из письма Молотову 6 апреля 1939 года. Ландау дохлого здоровья. Если его зря заморят, то это будет очень стыдно для нас, советских людей. Из письма Берии 26 апреля 1939 года. Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство. Через два дня Ландау вернулся в институт. С началом войны обострилось кислородное голодание. Жидкий кислород был нужен летчикам, медикам, всем. Капицыны турбодетанторы стали так нужны, что был образован главкислород, а его самого назначили министром. К концу войны он был удостоен звания Героя социалистического труда. Все было хорошо, но закончилась война, и практически тут же была взорвана первая атомная бомба. Затем Хиросима, Нагасаки. И вскоре для Капицы началась новая, четвертая жизнь. Впервые по своей воле. Отец был приглашен в спецкомитет, который должен был быть научным консультативным органом при правительстве. По этому поводу было два ученых. Там был отец и Курчатов. А остальные? Остальные были там министры науки, министры там вооружения, химической промышленности. И возглавлял весь этот комитет Берия. Вот с ним отец не поладил. Из письма Сталину, 46-й год. Почти 4 месяца я заседаю и активно принимаю участие в работе особого комитета и технического совета по атомной бомбе. Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя как сверхчеловеки. В особенности товарищ Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках. Это неплохо, но вслед за ним первую скрипку все же должен играть ученый. Дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру. С этим у Берии слабо. При создавшихся условиях работы я никакой пользы от своего присутствия в особом комитете и техническом совете не вижу. Постскриптум. Мне бы хотелось, чтобы товарищ Берия познакомился с этим письмом, ведь это не донос, а полезная критика. Капица должен был понимать, что последствия такого письма могли быть самые катастрофические. Позднее он рассказывал, как вскоре ему позвонил Берия и попросил приехать. «Надо поговорить», — сказал он. «Товарищ Сталин показал мне ваше письмо. Мне с вами говорить не о чем. Если вы хотите поговорить со мной, то приезжайте в институт». Самое поразительное, что Берия все-таки приехал и сохранилось... Такая запись, что мало того, что он приехал, он еще привез в подарок Капице богато инкрустированную тульскую двустволку.
Ну вот, о чем был этот разговор, никаких сведений не сохранилось, но, по-видимому, Капица настоял на своем. В итоге его освободили от всех должностей и отправили в ссылку. Видимо, Сталин испытывал какую-то внутреннюю симпатию к независимости Капицы и в ответ на угрозы Берии сказал: «Я тебе его сниму, но ты его не трогай». Теперь все семейство в изгнании жило на даче. Жило дружно, хорошо, только вот одиноко. Многие боялись приезжать к ним. Капица приспособился довольно быстро. Не работать он не умел. Думать-то голове не запретишь. Вот и открыл он избу физических проблем. И тут занялся физикой, гидродинамикой, работал над электроникой больших мощностей и физикой плазмы. В 1951 году президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов неожиданно пригласил моих родителей к ним на ужин. И отец был совершенно потрясен той откровенностью, с которой Вавилов говорил о судьбе науки в стране, о судьбе культуры, о том, что происходит с Академией наук, вообще со всем тем, что волновало людей такого уровня, как Петр Леонидович и Вавилов. Но отец был поражен откровенностью этого разговора. Потому что он понимал, и Вавилов прекрасно понимали, что это помещение прослушивается. Тем не менее, был такой абсолютно откровенный разговор. В первую очередь, такая почти исповедь Вавилова. Отец вернулся на дачу, потом рассказывал мне об этой беседе. По-моему, в этих воспоминаниях матери есть об этом написано. Но, во всяком случае, этот разговор произвел очень большое впечатление на отца. Потому что через несколько недель Вавилов скончался после, по-моему, 7-го инфаркта. Потом умер Сталин. Арестовали и расстреляли Берию. Потом было долгое возвращение Капицы в родной институт к старым и новым задачам. И, наконец, возвращение в мировое научное сообщество. В 1964 году он отправился в Кембридж. Через 30 лет. Поистине, жизнь непостижимая штука. В 1978 году произошло то, что должно было произойти давно. Капицы присудили Нобелевскую премию за открытие, сделанное 40 лет назад. Все было очень торжественно и красиво. Оркестр в честь Капицы играл русскую музыку. И вся ученая Россия радовалась новому Нобелевскому лауреату. Свою Нобелевскую лекцию Петр Леонидович начал словами: «В России надо жить долго». И он действительно жил долго. Еще целых 6 лет. И продолжал писать письма. Одно из последних опубликованных к Андропову о судьбе Андрея Дмитриевича Сахарова. Самого Капицу, кажется, никогда не называли инакомыслящим. Но по сути он был таким. Из письма Сталину. У нас, конечно, промышленность развивается исключительно сильно, но это развитие поражает отсутствием творчества. Все базируется на перенятии чужого опыта. У нас преобладают, как говорят, цельно стянутые конструкции. Запад знает эту нашу слабость и хорошо ее оценивает. Они охотно нам продают любую техническую помощь. Они знают, что этим они нам не помогают, а нас губят. Эти слова – это результат анализа. Глубокое размышление не только о том, что происходит в стране, но и о самой психологии научного, конструкторского творчества. Оно невозможно, если нет перед молодыми людьми конкретной, поставленной государством задачи. И сейчас, слава Богу, намечается этот поворот, и молодые конструкторы и ученые получат от государства такие задания, которая заставит их работать с удовольствием для своего отечества, не уезжая в какие-то другие страны. Это то, о чем мечтал Капица. Я же ракеты, перья же птицы, многие лета делу Капицы, жест мой посвет.